наступающим! В нашем музыкальном домашнем задании мы хотели бы поговорить о том, что нас будет ждать в наступающем году. В ноябре этого года был организован хор депутатов Государственной Думы. И уже зимой начались первые репетиции. Друзья, давайте для начала поймем, что мы будем петь. Давай. Я уеду жить в Лондон. Это понятно. Давайте подумаем, что петь. Я счастливый. Да это понятно. Нет, песня Лепса «Я счастливый». Хорошая песня. Это хорошо. Надо только слова под нас как-то переделать. Да, давайте с припева. Я счастливый, как никто. Ну что значит никто? Ты счастливый? Счастливый. Ты счастливый? Конечно. Вы счастливые? Да, конечно, счастливые. Давай, я счастливый, как и все. Я счастливый на все 100. Подождите. 100 это как-то подозрительно. Нелегитимно. Давайте на 65. Да, это хорошо. Хорошая, да, хорошая цифра. Я счастливый, я не вру и не боюсь. Молодец. Так счастливым и уйду. Ну что, а кто-то из нас хочет уходить? Может быть, давайте так счастливый и переизберусь, как бы, да? Хорошо. Теперь куплет. Давай. Мое небо синее в алмазах. Это как это? Депутаты и алмазы? Давайте строчку перепишем. Как? Не как, а на кого? Давайте на брата. Небо брата синее в алмазах. Что-то мне по жизни принесет. Это тоже надо как-то исправить. Ладно, не получается исправить, запретим. Давайте дальше. Я крещен, а может быть помазан? Стойте, у нас в стране много конфессий. Давайте я крещен, обрезан и помазан. Да, это хорошо. Да. Тоже хорошо. В общем, я счастливый. Как и все. Как правильно, и все. Да, давайте да. Споем. Небо брата синее в алмазах, эту строчку запретили мы. Я крещен, обрезан и помазан, просто я счастливый, как и все. Я счастливый, как и все. Я счастливый на 65. Я счастливый, я не вру и не боюсь. Так счастливым и переизберусь. Очень хорошо. У нас молодых третьи года, и дней золотых много для труда. Кризис и российская экономика не виделись вот уже 6 лет. Итак, за 10 дней до Нового года. Экономика! С Новым годом! Опять ты, кризис! Опять крабовый салат без крабов! Где ты был все это время? Отдыхал в Испании. В Грецию ездил, на Кипр заезжал. Почему ты вообще ушел в 2008-м? Честно говоря, ты начала заметно поправляться. Я просто хотела стабильности. Да кому нужна эта стабильность, ты чего? Со мной же интереснее, я кризис, я непредсказуемый. От меня не знаешь, что ждать каждый новый день. Мам, мам! О, рубль! А я тебя еще вот таким помню. Ну все, иди, иди, поплавай. А как нефть, матушка? Так вот же она. Ух, какая она стала. И сколько ей здесь? Уже 60. А так сразу и не дашь. Вот никто больше и не дает. Да я в курсе. Ой, давай хотя бы сейчас не будем о курсе. Экономика, Далантия, давай потанцуем. Ну давай. Снова вместе, снова рядом. А помнишь, это наша песня. Мы познакомились под нее в 90-х. Видишь, со мной весело. Да нет же, мне с тобой очень плохо. Плохо? Да когда я прихожу в Россию, тут наступает всеобщее веселье. Я вообще обожаю россиян. Наступает кризис, и люди сразу становятся в очередь за иномарками. Они начинают покупать плазмы, бытовую технику. Ты только подумай. Они боятся потерять свои деньги, и поэтому стремятся от них избавиться. Это вообще непоколебимые люди. Они боятся потерять работу в кризис, но с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы 10 дней не работать. Это же особенный кайф — не работать на работе, да еще и в кризис.
Ты вообще должна быть мне благодарна. За что это? За то, что я самую читающую страну в мире сделал еще и самой считающей. Ладно, если хочешь, я уйду. Я надеюсь, на этот раз навсегда? А это только от тебя зависит. У нас молодых третьи года, и дней золотых много для труда. Наши руки не для скуки, для любви сердца, до которой нет конца. Спасибо, спасибо. Друзья, знаете, честно вам скажем, что мы играем в КВН, потому что нам очень нравится и нам кайфово играть в КВН. Вот, и нас, честно скажем, не интересуют медали, правда. Нам интересен их химический состав. Вот. И в конце мы бы хотели спеть песню, но мы петь не очень умеем, поэтому споем со звездами нашей эстрады. Самая банальная. Дай зовет меня судьба. Но здесь теперь моя душа. КВН моя игра. Самая любимая.